Мистер Робот. Великолепный сериал 2015 по 2019 год. С Рами Маликом, да. Пацан своеобразный, но... хорошо сыграл. Угрюмый хакер борется с капитализмом и с самим собой. Системой. Революционный техно-триллер с Рами Маликом. Режиссеров Сэм Эсмайл, Джим Маккей, Триша Бро. Год начала 2015, 4 сезона мы смотрели с упоением. Все-таки хакеры, мать их. Премьера в России 6 февраля 17-го, премьера в мире 17 марта 2015-го. Рами Малек, Кристиан Слейтер, да-да-да. Карли Чайкин, ее рожа просто даже в картинку не вмещается. Он какая зубастая, ротастая, все при ней. Боти Адаблеви, какие девки, а? Хорошие чертовки. Золотой глобус победили 16-го, лучший актер второго плана, сериал мини-сериал и фильм на ТВ, лучший драматический сериал. Да, достойно таких работа. История молодого программиста Эллиота, страдающего социофобией и решившего, что единственный приемлемый для него способ взаимодействия с людьми – это профессия хакера. Боязнь людей, социофобия – это сложная тема психологическая. Таким образом, он быстро оказывается в том самом месте, где пересекаются интересы его работодателя. Фирмы, занимающиеся кибербезопасностью и подпольных организаций, которые пытаются его завербовать целью обрушения самых могучих американских корпораций. Это тут не все просто. 8 баллов, хорош, горячий сериал. Мы обожаем хакеров. Сериал? Нет, хакерство это плохо. Но если только в разумных пределах. В общем, смотрите сериал «Мистер Робот». 15-19. Сезон за сезоном просто можно смаковать. Хорош. Ставьте лайки, подписывайтесь. Яндекс.Зен, GradReview. И хорошей рабочей недели. Welcome back.